мобильной дороги ММВК Нагорное Зимогорье. Протяженностью 3,1 километра. На данной дороге предусмотрена очистка полосы отвода, восстановление кюветов, очистка существующих труб с укрепительными работами на них и с оголовками, установка дорожных знаков и, соответственно, разметка пластика, засевая и проявляя. Это все вот те работы, которые предусмотрены на данной дороге. Следующий ремонт будет.